ребенок? Не было его. Пострадавшая была одна в машине. Кино по выходным. Что с Мишей? Ничего не помню. Я ничего не помню. Пока не найду сына, не успокоюсь. В ее жизни больше нет счастья. Все сработало. Мы с тобой в расчете. Алло. Мама, я тебя жду. Когда ты Миша. За мной приедешь? Мишенька. Мама. Миша, сынок. Телефон абонента выключен. Слава, садитесь. В ее жизни больше нет света. А если они поймут, как все было? То, что с тобой произошло после аварии, это моя вина. Когда Миша будет в безопасности, я накажу их всех. Теперь она просто тень. Премьера. В субботу в 21:00 на канале «Россия».